И вдруг понял, что они все еще здесь, со мной. Просто я их не вижу. Во, опять только что было. Правительство дало мне все, что нужно для изучения инфрамира. Их интересовало военное применение. А я хотел вновь увидеть семью. Блин, это вообще на желудок давит годы. Этот коричневый звук. Я слышал. Наконец удалось создать вот это. Ё-моё, вот это срань, господи. Они не перестают все хуже и хуже делать эту игру. Он изобрел привидений своей семьи. Ё-просоте. Обоссаться просто можно. Господи. Ой. Это лучше, чем анекдот из городка про изобретателя Попов. Это уже просто... Просто маразм, ты посмотри, они, по-моему, в ад хотят обратно, они рожи корчат. Скоро мы будем вместе. Что за каколесица? Я готовлю новый конденсатор. Новый конденсатор? С духами. А чё, Влад Катони почти работает, что ли? Я не могу, это говнище какое-то. Выключи эту машину, она дерьмовая. Сказать, что делать? Пока конденсатор не закончил. Только ты на это способен. Господи. Я согласен. Я на все согласен. Лишь бы это длилось дольше, этот маразм. Ой, в Heavy Rain такой же сюжет. Я уже хочу. Shut up and take my money. Отпусти нас! Милая. Я так скучал. Пусти нас, Нейтан. Нам больно. Дай же нам уйти. Дай нам умереть. Нет. Врёшь, блядь. Кэлен так не могла сказать. Блин, обогляни, щупак, эти привидения, они ни хрена не улыбаются, как Каспер. Неправда, они любят меня и снова хотят быть со мной. Ты хотел поговорить, и ты слышал, что они сказали. Прощай. Выключай свой вапорайзер, братан. Ой, господи. Новый конденсатор. Вы все врете. Здорово, Бас. Как, кстати, твои стримы? Чё-то я давно не видел. Ты стримишь еще или забил на это дело? Ща этот поехавший дел каких-нибудь натворит, блин. Ну да ладно. У меня 500 000, можно идти отдыхать. Ду-ду-ду-ду. Бум! Могла бы уже и привыкнуть. Здравствуй. О, я как знал, что ты мерзкий тип. Не зря тебе эти усы так шли. Ты поставил нас в трудное положение, тебя. Нельзя отпустить. Отпустите, дяденька, я больше не буду. Кто знает, кем ты станешь. Выход из этой ситуации лишь один.
Мы введем тебе нейротоксин, который погрузит тебя в вечную кому. Да ладно, не надо. Тот же, что ввели твоей матери. Лучше поставьте телевизор с «России 2», я также зазомбируюсь. Элегантное завершение нашего сотрудничества. То есть с обычной «Россией». «Россия 2» — это же спортивный был. Хотя ладно, неважно. Мы всегда будем тебя признать. И вам большое спасибо за 500 тысяч. О, а, ох, wait, меня же убьют. Да. Какие злобные злодеи здесь, а? Какие твари. Нейтан, развяжи меня. Все понял, решение было у меня перед носом. Да-да-да-да-да, я... Они сказали, нам нравится. Нам нравится. Освободи меня только. Я осуществлю мечту человека. Конечно. Теперь больше никто не умрет, больше никто не лишится близких. Безусловно. О чем ты? О чем ты говоришь? Защитное поле. А? Я его просто отключу. Гениально! Мир заполнит наше измерение. Гениально! Жизнь и смерть вместе в одном мире. Конечно. На той стороне не только души. Там же Гитлер еще. Там смерть. Я победил смерть, Джоди. Все теперь будет хорошо. Ты что, не веришь мне? Верю, верю. Верю. Будет хорошо. Конечно. Давай, иди, выключай, включай. Нажми на кнопку, получишь результат. Удачи, удачи. Ну, как бы, если бы Уильям Дефо не сошел с ума к концу фильма, как бы никто бы не поверил. Понятное дело. Ну, а, естественно, они же не учли то, что, как бы, ну, типа, они поймали... Не, все, он слаб. Значит, все-таки учли. А, нет, все-таки не учли. Не? Помоги. Я пытаюсь... Скорей. Веди меня, невидимая рука рынка, туда, куда мне надо. Сюда, да? А где же остальные? Винс и Ник? В увольнительный. Полагаю, валяются где-нибудь на пляже. Везунчики. Братан, прости, что я тебе не дала, как бы мне вас... А мне... Тут надо пару писем отослать. Надеюсь, ты не возражаешь? А потом приступим. Конечно. А? Ребята, Райан. Давайте, давайте. Ну понятно же, уже все. Давай, давай, давай. Что ж вы такие тугие-то? Ну ты чего, намеков не понимаешь, что ли? Ну вроде понятливый же, молодой человек. Тебе одного глаза, что ли, мало, чтобы в себя прийти? Давай, давай. Сейчас второй выбью карандашом. Вы держите здесь существ? Боже упаси. Они все внутри защитного поля. Ребята... Айден? Да-да-да-да-да-да-да, я ты, тут... Айден? Да-да-да-да-да. Это не смешная шутка. Это не шутка. Чего ему быть здесь? Что, Айден? Где Джоди? Дайте мел. Давай, да я вселюсь в негра. Негр, попустись. Где Джоди, Айден? Веди нас. Что значит веди нас? О нет, активировать кучу всякой дресни, да, чтобы они дошли. А дальше? Ща. Вот сюда давай. Не-не-не-не-не, сразу сюда. Сократим путь. Сюда. Да-да-да-да-да-да-да. Давайте, парни. Так. Потом вот сюда. Вон там, да-да-да. Вот. И вот сюда. К
квинтэссенция всей игры, ребят. Поехали. Им бы стоило немного усложнить задачу, все-таки зря они, на мой взгляд, сделали вот эту линию, которая ведет к Джоди. Я думаю, игроки бы оценили, если бы ее не было. Черт, охранник. Я разберусь. Я вас слушаю. Коул Фриман, у меня допуск третьей степени, он со мной. Простите, мистер Фриман. У вас нет разрешения для входа на этот этаж. Может, в виде исключения? Коллега хотел посмотреть... Простите, но это зона четвертого уровня секретности. Вам доступ запрещен. Вот гад, вот гад. Никогда эти военные на КПП ничего не понимают. Сделай что-нибудь, Айден. Сейчас, ребят, сейчас. Он по телефону будет говорить, а вы бегите. Бегите, проползайте под этой, под стойкой, давайте. 142, слушаю. Еще компьютер ему могу это сломать. О, доступ, все. Готово. Готово это. Он по бурчанию в желудке понял. Давайте. Думаю, вы ошиблись. Проверьте еще раз. Вот она, какая связь уже установилась между всеми персонажами. Действительно, смотрите. А, точно. Вижу вас в списке. Простите меня. Проходите. Спасибо. Быстрее, Айден. Веди к Джоди. Да идите прямо, блин, чё я вас вести-то должен? Тут один проход. Идиоты. Это коридор, идите прямо пока. СТ. Давайте, да. Идем. А дальше? Ну прямо это коридор пока, ну чего вы травите-то, идиота два? Тут негде повернуть, это прямая кишка. Вот, теперь сюда, наверное. Хрен его знает. Туда. Во. Ну помедленнее можно, чего вы так торопитесь-то? Все. Джоди здесь? Нет, блин, она на Марсе. Открывай давай. Джоди. Нейтан хочет отключить защитное поле. Что? Зачем ему это делать? Он спятил. Надеется вернуть свою семью. Надо ему помешать. Защитное поле. Боже, он это сделал. Отключил! То есть, теоретически, все-таки какие-то... Ай, ладно, я даже не буду рассуждать на тему отключения этого поля, как бы, самой возможной... Ай. Ой. Просто, дайте просто бежать. Я надеюсь, Антон Логвинов все скажет за нас в своем обзоре. Напоминаю, оставайтесь после стрима, мы будем смотреть еще обзор. Насчет ночного не знаю, потому что мне надо многое переварить. Может быть, мы успеем включить его. Если еще не можно.